Так, ну что, ребят, кто готов? Пойдемте в ринг. Готов? Ансан? Так, пойдем здороваться, общаться. А вас уже раз. Я не знаю. Я как зовут? Друг, залазь только. Как вы можете одевать, сейчас еще поболтаем. Так, Петр, значит, у нас есть. Андрей, 75, где? Ага, вот Андрюха, да? Все классно, пацаны, давайте в ринг. Залазь. Ребят, поаплодируем, поаплодируем, мы шумим! Итак, Петруха, чем занимаешься? Чем работаешь? Электрик? Замечательно. Сколько весишь, сколько рост? 75-79. Ты 79 весишь? Нет, 75. Ха-ха, понятно. А лет ты сколько? 23. Зачем пришел на стрелку? Идем дальше. Так, Андрюха. Всем привет, откуда? Жестко? Сколько лет, сколько весишь? 21. Чем занимаешься? Че, без работы ничего делаешь? Кайфуешь? Привет, скучаешь? Бургеры любишь? Бургеры. Очень люблю, я так и думал. Ну что, ребят, поаплодируем бойца на моей громкости! Боец готов! Боец готов! Шоу, шоу, шоу! Сразу, ребят, поддерживаем, поддерживаем! Громче, громче, громче! Аплодируем, аплодируем! Шумим, ребят, шумим, шумим! Врача, давайте! Медика, пожалуйста, в ринг. Обидно, конечно, досадно. Ребят, поаплодируем, поаплодируем. Так, побеждают нас. Федор! Громкий бурдовый смены, Петруха! Всего за ура! Так, Петруха, пойдем. Призы, подарки сейчас будешь получать. Поболтаем немного. Гарин, главный бой вечера. Петруха, пойдем. Рассказывай, что ты с рукой ему сделал? Что с рукой ему сделал? Благодарю. Понятно. Расскажи, кому привет передашь. Что скажешь еще? Как тебе бой? Бой отличный. Хотелось бы, конечно, лучше соответственно. Бой подготовлен. Поздравляем тебя с победой, получай сертификаты от Стаса Тодда, 50% скидка на услуги салона красоты, от Кулингвуд выдарит маленький кубок, грамота и магнитик на холодильник для уюта дома. Возьми микрофон, давай вместе, будешь ведущий. Сейчас главный бой вечера будет, прямо сейчас.